Мясо верблюда? Откуда это? От верблюдов, которых мы закололи сегодня для людей. Ты же знаешь, что я поклялся не есть ничего, кроме хлеба с маслом, пока людям не станет лучше. Но это ведь от верблюдов, которых мы закололи, чтобы накормить народ. И ты даешь самое лучшее именно мне? Прекрасно, прекрасно. Плохой я правитель, если буду питаться самой лучшей едой, а других кормить самой худшей. Отнеси эту тарелку людям и накорми их. А мне принеси хлеб и масло. От хлеба и масла цвет твоего лица изменился, о повелитель правоверных. Пожалей себя. Делай, что я тебе повелел.